Три деревни, тянущиеся одна за другой, Пуговичина, Дыдылдина, Таболова, общей численностью около 700 человек. Теперь для местного населения главный врач на селе находится здесь, в новеньком фельдшерско-акушерском пункте. Здание модульное, общей площадью 160 квадратных метров. Анна Окова, фельдшер с 18-летним стажем и общей практикой более 30 лет, уже готова принимать пациентов с различными проблемами. А в помощь районные специалисты. Эти, как и процедура, все полностью прием здесь у нас будет. Не будет вам никуда-то выезжать. Все наши райспециалисты здесь будут. Это специально назначенный день будет, и объявление обязательно будет в поселке, и вы будете ходить сюда. Никуда-то. Очень там, да, да. Все специалисты будут. Очень все узкие хорошо. Специалисты. Да. Спасибо вам. Очень довольны, что у нас будет здесь вот медпункт, что у нас будет свой врач. Анна Аркадьевна ведет по кабинетам. Вот кабинет приема, первичный осмотр, измерение давления, составление анамнеза. Смотровой кабинет. Берем анализы на цитологии, это в обязательном порядке, потому что диспансеризация. Вот, грудную железу, молочную железу в обязательном порядке, это обязательно. А дальше уже по жалобам. Здесь новое оборудование, кушетки, гинекологическое кресло. Комната временного пребывания пациента на две койки. Кабинет для хранения медикаментов. Препараты для приема вовнутрь, инъекционные препараты, это при неотложке. Если так, а так, если на процедуры больные приходят, у них свои препараты. Врач заверяет, медпрепаратами пункт обеспечен и все готово к приему пациентов. Стоит отметить, что Анне Аркадьевне было предоставлено помимо рабочего места еще и жилье в этом же здании. Проходите. Три меблированных комнаты с техникой, гостиная и две спальни. Анна Окова не скрывает радости и от нового места жительства, и от работы. Торжественное перерезание ленточки, и вот официально фельдшерско-акушерский пункт открыт. Нашим министрам дана хорошая оценка системе здравоохранения, которая на сегодняшний день организована в Ленинском муниципальном районе. И я думаю, то, что вот мы на сегодняшний день развиваем в том числе и сельское здравоохранение, оно поможет более качественно оказывать именно на месте, поскольку наши с вами медицинские работники, которые трудятся в сельских учреждениях, в частности здесь, фельдшер, она очень грамотная, с хорошей подготовкой, владеет теми манипуляциями, которые должен владеть фельдшер. Местный фельдшер отметила, что начнет свою работу с обхода каждого двора для знакомства с населением деревень. Екатерина Чернышова, Алексей Руднев, Видное ТВ.